Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска. Объем двигателя 3,6 литра ERB. Пробег автомобиля 214 547. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагар и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Восемь с половиной килограмм. Второй цилиндр. 8 килограмм. Третий цилиндр. 9,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 9,5 килограмм. Пятый цилиндр. 9 килограмм. Шестой цилиндр. 8,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.